Краснодарские любители погонять на скейтборде остались без экстремальной площадки в парке 30-летия Победы. Сегодня ночью она сгорела, обошлось без пострадавших. Спасатели предполагают, что виной всему неосторожное обращение с огнем. Но точную причину и виновника еще предстоит установить. Пламя охватило около 150 квадратных метров. Первыми вспыхнули деревянные щиты. С пламенем боролись около часа. На месте работали 5 пожарных расчетов и 2 мотоотряда. Вот только экстрим-парк успел выгореть так, что теперь здесь не до развлечений. Предварительный ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей.